Здравствуйте, сегодня у нас в гостях на матче дружественном были Виктор Трисанов и Сергей Марунович. Все правильно. Как вам сегодня первая игра у нас на лиге вообще после такая? Вообще было бы. Добрый день, во-первых, кто нас смотрит. Классно, да, на крытом корте. Мы, наверное, первый год для 10 не играли в Приморском районе. Мы приехали по приглашению, так сказать, команды. Команды Эжвы. Классно покатались. Вот мы играли сейчас за белых. Можно сказать, выиграли от души ему. Играли классно, играли классно. Не только мы, вся команда. Мы в защите стали, мы же возрастные. Поэтому. Удалось сегодня забить? Да. Нет, мы в защите играем. Мы старались пасик дать. Ребята молодцы, забивали. В крытом никогда не играли, да? Играли в бинте. А, ну, то есть, как бы, да. вспомнили, как оно было, да, как это было. Здесь, на бинте, там, да, катались, там, ребята молодцы. Ну, мы надеемся вас увидеть еще в наших стенах. Наши двери всегда открыты. Хоккейный клуб «Авангард» пригласил вас без проблем. Вам спасибо большое, что приехали. Огромное спасибо отдельно. Далеко ехали, там, 200 километров, все равно нашли время приехать. Ну, обидно, не удалось поиграть, что там, профессиональный матч. Игра на этом, на пару недель. Да, самое главное, популяризация хоккея, да, привлечение молодежи. Наш вид спорта, отвлечение от компьютера, от вредных привычек, самое главное. Ну конечно, что там. Спорт это жизнь. Согласен, согласен. Сегодня получили удовольствие, главное, хорошо, что без травм. Поэтому мы топим за хоккей, и вас приглашаем, и турниры любые можем устраивать. И к вам приедем, если надо будет, без проблем. То есть у нас, приезжайте все, присоединяйтесь к нам в лигу, у нас нет ограничений по лиге, по где живет человек, без разницы. Все зависит от уровня, в какой дивизион он будет попасть. Поэтому спасибо вам огромное. Топим за хоккей. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, удачи.